Черт. Похоже, здесь побывал Теодор. Возможно, поэтому я не смог связаться с Унилом. Тут поблизости убежище Хоффман. Надо к ней заглянуть. Хоффман, ты здесь? Это ты? Еще один сигнал. Что здесь случилось? Оставил убежище и ушел в запретную зону сети. Не похоже на него. Сайкс, ты все еще там? У тебя все хорошо? Себастьян, а я как раз тебя разыскивал. Я в порядке, но мне очень нужна твоя помощь. Не пожалеешь? Наверное, нужно пойти в его убежище и узнать, в чем дело. Thank you.
Похоже, здесь была усиленная охрана. Баки какие-то. Зачем им все это? Без чипа тут никак не пройдешь. Наверняка здесь должен быть хоть один.
20% населения Юниона смогли. 20% населения Юниона смогли обратить. Населения Юниона уже обратились. Такими темпами через... Все наши усилия пропали в туне. Ядро исчезло менее суток назад. А потом начали приходить сообщения о массовом появлении пропащих. И теперь они повсюду. 20% населения Юниона уже обратились. Сейчас они охотятся за теми, кто остался, и убивают их. Это настоящий кошмар. Такими темпами через 2 недели в городе никого не останется. Мы потеряли связь с Мёбиусом. Мы оказались в ловушке. Пропащими. И остановить процесс не получится. Весь эксперимент в Юнионе обречен. Мы все обречены. Простите.
Если у него еще остался чип, я смогу войти в ту дверь и найти Хоффман. А это что такое? Ладно, посмотрим, что будет. Хорошо, что он был уже мертв. Надо выбираться из этой лаборатории.
Это что, жители Юниона? Что Мёбиус с ними сделал? О, нет. Начинается. Надо отсюда выбираться. Опять эта хрень. Yeah.
Опять эта хрень. Почему она гоняется за мной? И что это за место? Черт. Мёбиус использовал меня как подопытного кролика. Длительный остаточный эффект. Они знали, что Стэм оставит на мне свой след. Кидман была права. Они повсюду. Они действовали под самым моим носом все это время. Выход? Ловушка. Нельзя выбраться. Все еще здесь. Не выйти. Ничего не меняется. Я виноват. Это я во всем виноват. А это еще что? Ничего не могу. Ничего. Источник моей боли? Я сам. Часть меня осталась в Стэм. Не выбраться. Нет. Это не так. Я выберусь. Но без тебя. Что это? Это видение не было похоже на предыдущее. Реальней? Кажется, что-то изменилось. Мне стало хорошо. О, мой верный револьвер. Давно я тебя не видел. Наконец-то. Теперь бы догнать Хоффман и О'Нила.
голоса. Ему. Хоффман! Назад! Нет! Он не знает, что творит! Лиам! Стой! Какой еще Лиам? Назад! С дороги, Себастьян. О, Нил, что с тобой? Теодор указал мне путь. Я принадлежу ему. Я его спрятал. А в обмен он дал мне новую жизнь. Это жизнь раба. Тебе не понять. И ты сгоришь! Жарко. Надо потушить огонь. Ты отсюда не выберешься. Он велит мне заняться тобой. Ты можешь либо умереть, либо измениться, как я. Больше не слаб, Себастьян, и я легко не сдался.
отец Теодор. Я сказал ему. Соглашайся, Себастьян! Услышь его! Он изменит твое сознание, как изменил мое! Спасибо, Себастьян. Наконец я свободен от его голоса. От страхов. Мне было так страшно. Останови его. Чтобы его остановить, надо сначала найти его, О'Нил. Он переместился. Его здесь нет. И нигде нет. Механизм тут, за стеной. Его надо уничтожить. Какой механизм? Я построил, чтобы прятать. Уничтожь. И тогда сможешь уничтожить его. Что случилось? Как О'Нил мог превратиться в это? Не знаю. Я все это время не выходила из убежища. Потом Лем вдруг вышел на связь. Я так обрадовалась. Но это уже был не он, а этот монстр. Я пыталась до него достучаться, но... Ты же его слышал. Теодор Уоллес что-то с ним сделал. Бедняга. Я не хотел его убивать. У тебя не было выбора. Теодор бы его в покое не оставил. Что теперь? Посмотрим, про какой там механизм он говорил. Я думаю, он на другом конце той комнаты, где ты нас нашел. Пошли. Да, хозяин. Конечно. Механизм работает как положено. Огнемет. Пригодится. Правда, сломанный. Найти бы детали к нему. Сколько странных штуковин. Похоже, он что-то конструировал. Может, тот самый механизм? Знак влияния. Теодор тут повсюду оставляет следы. Это как своеобразная форма общения с ним. Thank you.
Так ты знаешь Теодора Уоллеса? Конечно. Он у нас отвечает за поиск кадров. Но что он делает в STEM? И зачем он это делает? Ты много о чем не знаешь. Теодор хочет заполучить Лили. Ты видела, что он сделал с О'Нилом. И если потребуется, он сделает это с любым. Он порвет все в клочья, лишь бы поймать ее. Я не могу этого допустить. Что это? Я не уверен, но это подозрительно напоминает излучатель стабильного поля. Как бы там ни было, О'Нил сказал уничтожить его. И я это сделаю. И даже знаю как. Это я. Себастьян, я уж думала, ты про меня забыл. Ну что, ты закончил со своей взрывчаткой? Да, теперь ищу повод, где бы ею бабахнуть. Отлично, отправляю свои координаты. Тащи весь арсенал. Пойдем на охоту. Ясно. Уже иду. До скорого. Почти готово. Скажите, когда можно будет. Объясни-ка мне кое-что, Хоффман. Ты не очень-то удивилась, увидев здесь Эсмеральду? А должна была. Она не новый человек в STEM. В Мёбиусе все всех знают, да? Скорее, это я всех знаю. Я много лет занимаюсь оценкой новых сотрудников. Как одна большая семья уродов. Эсмеральда – самый полезный человек в опасных ситуациях. Она хороший солдат. Вот это прямо в точку! Выходит, ты и Миру знаешь? Знаю. Мы плотно сотрудничали. Как она могла это сделать? Как она могла просто стоять и наблюдать, как они проводят опыты над Лили? Как она могла сказать Лили, что я мертв? У Миры очень сильный материнский инстинкт. Она вступила в Мёбиус ради Лили. Ну и про опыты ты загнул. С Лили хорошо обращались, и она могла ежедневно общаться с матерью. А по поводу того, что Лили считала тебя погибшим... Думаю, Мира сказала это, чтобы защитить ее чувства. Да, здорово. Значит, материнский инстинкт Миры просто немного вышел из-под контроля. Надеюсь, когда все будет кончено, дела в вашей семье наладятся. Я побывал в мире Теодора. Если это отражение того, что у него в голове, то у него явно проблемы с психикой. Это объяснило бы его силу. И все же он прячется. Наверное, из тени проще манипулировать. Ну, я его вытащу из этой тени. Если Лиам сказал нам правду. Есть только один способ проверить. Тебе лучше не быть здесь, когда эта штука рванет. Да уж, не хочется. В соседней комнате интересные приборы, над которыми работал Лиам. Проверю, вдруг найдется что-то интересное. Ладно, но потом возвращайся в свое убежище. Кто знает, что будет, когда мы выведем из строя эту штуку. Ладно. Скажи-ка мне, Торрес,